На ремонте утюг Bosch Sense X Comfort, но модель TDA 83/16/01. Значит, диагноз не включается вообще. Нужно разбирать, проверять, в чем проблема. Разбирать начинаем с винта вот отсюда. Здесь шестигранник. Шестигранник есть, но не подходит. Нужен шестигранник с отверстием. Поэтому взял обыкновенную плоскую тоненькую отверточку, которая помещается здесь между пыптиком и зубьями. И спокойненько. Вот она как-то должна просто туда внутрь заходить и цепляться за ребра. Откручиваем. Здесь вот есть защита такая. Ее тоже снимаем. Для того, чтобы разобрать, нужно открутить будет вот эти. Ну, снять, скорее всего, нужно было снять вот эту штуку, и обратите внимание, там есть пыптик, ну, скорее всего, нужно, и такую пружиночку нужно снять, чтобы она не потерялась, обязательно потеряется. Откручиваем здесь. Ну, еще должен быть где-то здесь. Вот. Ага. Такой же шестигранник вот в этом месте. Также вставляем. Подбираем подходящую отверточку для того, чтобы всунуть и открутить. Ну, или тогда уже нужно искать шестигранник с отверстием. Ну, пока я его обыкновенной плоской взял, немножко большую плоскую отверточку. Она подошла. Ну, кстати, она согнула этот пымтик, его можно туда-сюда согнуть и выломать вообще. Так, в таком случае снимается вот это. А значит, теперь можно снять вот это. Ну и нам, собственно, нужно добраться вот сюда. Здесь должен быть еще один такой же винт. Для того, чтобы до него добраться, обратите внимание, вот здесь вот нужно подогнуть, чтобы защелки отщелкнуть защелочку. Не подогнуть, но отщелкнуть. Нажать, и она отходит. О, отошла. И вот крестовая отвертка. Здесь откручиваем. Откручиваем здесь. И откручиваем вот эти два винта. Ну что же, я открутил эти два винта. Тут один оказался со сломанным крепежом. Уже было так. Ну и я смог посмотреть на терморегулятор. Моя догадка была в том, что не работает терморегулятор. Но прозвонил сам терморегулятор. Оказалось, что
терморегулятор звонится. Можно. Я увеличил, поэтому просто по звуку. Терморегулятор звонится, но здесь есть вот такое устройство. Какой-то термопредохранитель. Вот этот. И он не звонится в обрыве. Он не звонится. Ну и сейчас нужно посмотреть. Скорее всего, я его отключу вообще. Просто напрямую без него пущу. Потому что, видимо, он, это устройство с обрывом, оно разомкнулось, и уже его не соединить, только как-то механически. Скорее всего, я отключу мимо, подключу мимо этого каким-то образом. Ну, посмотрю, что можно сделать, и затем продолжу видео. Восстановить работоспособность. Я просто вот откусил здесь провода от этого термопредохранителя, он одноразовый. И теперь просто соединю эти два провода здесь, подпаяю, здесь немножко укорочу и сделаю скрутку, пропаяю и в кембрик, в термоусадочную трубку посажу и буду пробовать, как работает. Отрезал провода, соединил. Здесь сейчас хочу попробовать, решила ли проблему. Включаю утюг. Включается. Лампочки загораются. Тен нагревается. Все, теперь возьму еще, подпаяю и в термотрубку его заизолирую и буду собирать в обратной последовательности. При сборке не забываем, что вот в этих двух отверстиях есть шарики, два клапана в виде шарика. Вот эта штука вставляется сюда, если вы при разборке не запомнили. Ну, а тут понятно. Это сюда, а вот это будет, соответственно, сюда. Вот так. Ну, это мы потом уже соберем. Ну, а пока поставили, шарики не забываем, и два винта. Как я поступил с тем, что у меня здесь отломалось два крепления. Оно, в принципе, немного и будет держаться на вот этой основной пластине. Но я решил усилить. Я вот сюда вырезал такую фиксирующую пластину, прорезал отверстие. Они будут, сейчас немного заверну эти края. И вот она как-то вот так будет стоять. Короче, вместо вот этих крепежей, которые отломались, не знаю по какой причине, разбирал, уже было отломано, я поставил вот такую пластину, будет фиксироваться за вот этот порожек, держаться, ну и два винта крепления. При сборке обратите внимание, когда вот эту пластину ставить, эту крышку, вот рычаг, средний рычаг черный, должен попасть вот в эту дырочку. Вот сюда, в эту дырочку. И уже вместе с ним нужно устанавливать и закреплять. Ну и хотел показать, что вот так у меня сзади получилось. Пластина крепит, в принципе, получается крепко, и конструкция стала намного более надежная.
пластмассовые. Хотя и не видно было тюльпана, на самом деле я не знал, что здесь отломано. Но вот здесь я закрепил. Все, собираем дальше. Тоже теперь конечное испытание утюга. Напомню, это был Bosch Sensi 2XA Comfort. Лампочки должны загореться. Включаю. Загорелись обе с обоих сторон. Начала испаряться вода. Та, которая осталась. Сразу начал гореть. Все, теперь утюг исправим. Даже укреплен. И идет к своему хозяину. В дополнительной проверке было выяснено, что терморегулятор тоже вышел из строя, хотя он и звонился, но сам контакт подгорел так, что выгорел сама контактная площадка. И, в общем-то, контакт был, но постоянно подыскривал и уже не подлежит ремонту. Выгорела часть контактной площадки. Я подобрал немножко другой, он такой самый подобрать не удалось. Здесь написано Т-300. Я выбрал модель немножко другую из того, что было. Найти точно такой же не удалось. Но, в принципе, она подойдет. И также не смог найти модель с контактами. Здесь будет на винтиках крепеж. Но выйду я из этого положения. В принципе, здесь на самих контактах есть такое отверстие, и в него можно продеть болтик и прокрутить. Поэтому не совсем одно и то же, но работать будет. Расстояние от отверстия до планки, до регулятора, одно и то же, планка не совсем подоходила отсюда, здесь квадрат, здесь фаска на круглой. Ну, я немножко подогнул пластинку, и она теперь, в общем-то, нормально и сюда подходит, поэтому работать будет. Ну, и теперь в обратной последовательности собираю. Ну, и также получается, что этот крепился на два болта, этот придется прикрепить на один, но этого будет достаточно для работы, это не принципиально, только на этот центральный, он длинный и хорошо крепит, поэтому проблем с этим не будет. Сейчас собираю, ну, как и было, здесь вот стоял предохранитель, который я снял, и меняю еще и терморегулятор, потому что тоже ремонту не подлежит. Теперь собираю, прикручиваю вместо клемм на винтики. Показать, как решил вопрос с двумя отломанными крепежами. Вот здесь вот в продолжении должны быть два крепежа, которые отломались полностью. Прикрепить, в общем-то, невозможно, но я сделал вот такую деталь. По форме она здесь плоская, не будет занимать места, и поэтому, когда вот эта планка становится, она здесь помещается. Значит, суть в чем? Она будет за вот этот выступ держаться, и я повторил. Так, вот этот выступ повторил здесь, видите, и вот она становится под из обыкновенного куска оцинкованного металла, жести, нашел небольшой кусочек в сарае, и здесь она вот под выступы, чтобы нигде ничего не мешало, подрезал, все, теперь сюда два винта вкручиваю, и будет хорошо держаться. Вкрутил я два винта, и теперь
все отлично держится. Так рассчитал хорошо, чтобы как раз при закручивании оно уже упиралось, чтобы здесь не было зазора. Ну и все, теперь отлично держится. Когда устанавливаю эту, нигде ничего не мешает. Теперь винтик сюда. Но эта часть хорошо держится. Теперь проблем не будет возникать. Никаких телепаний не будет.